Сейчас мы отправляемся на экскурсию на остров Таблас. Стоимость экскурсии 3500 песо. Сейчас мы на острове Баракай. Вот на этой лодке мы поплывем. Ждали эту экскурсию, когда погода наладится, а волны маленькие будут. По крайней мере, здесь комфортно, как дальше будет, надеюсь, будет комфортно. Это наша группа. Это отель, который сгорел 1 февраля. Я видео, кстати, снимал на том пляже, кому интересно, смотрите. Я этот пляж полностью снимал, от А до Я и до туда, и до первой станции. Все на моем канале тут есть, смотрите. Пошли загружаться в лодку. Это первая станция. У нас есть видео и ночной вариант, и дневной вариант. Смотрите на моем канале YouTube. Сейчас я на вторую палубу нашей лодки залез. Отсюда чуть-чуть получше видно. Мы уже отчаливаем, так быстро только зашли. Поехали. Вон квадрокоптер кто-то снимает видео. Вот там свадьба, что ли, проходит. Кстати, здесь свадьбы часто проходят. Здесь я видео снимал тоже. Там молодожены фоткались. И здесь видео есть, и на первой станции есть видео. На других станциях есть, я видео там свадьбы снимал. Все на моем канале YouTube увидите. Предыдущее видео смотрите. Первая станция с моря. Сейчас видно. Потом идет вторая станция, третья. Все пляжи я на видео заснял. И днем, и ночью, и ночные клубы. Много чего можете посмотреть. Мама, Анита, до свидания, Баракай. Поехали на остров Таблас. Посмотрим на достопримечательности, какие там есть. Говорят, очень красивый остров. Надеюсь, он нас не разочарует. Отсюда я видео еще не снимал. Сейчас посмотрим, что тут. По левую сторону есть. На этом пляже мы купались. Hey!
корабль, час 40 плыли с Баракая. Это мы час 40, потому что хорошее море. А когда чуть шатает, больше. Мы не шатались, поэтому быстрее приплыли. Ну, какая-то лодка зеленая. Ну, не будет. Море чистое, чистое. Кому понравился мой обзор, как мы с пляжа Денивит добирались до острова Таблас с острова Баракая. И кому понравились обалденные красивые виды, пока мы туда ехали, ставим лайк, пишем комментарий, подписываемся на мой канал, чтобы пропускать мои новые интересные видео. Нажимайте колокольчик, когда подпишетесь, и вам будут приходить уведомления о моих новых интересных видео. Делитесь в социальных сетях, просите ваших друзей, чтобы они поделились. Мой канал тут так будет лучше развиваться. Вам хорошо, мне хорошо. А в следующей серии вы увидите красивый снорлинг и много чего еще интересного. Всем до новых встреч!